Всем привет, с вами Ростиксон, и в этом видео я расскажу, почему я делаю видео про Krypton Prime, какие я получаю за это награды и так далее. Так вот, начнем. Я уже сделал более 7 видео про Krypton Prime, сейчас еще более 8 в работе у монтажера. Идем дальше. Каким образом я рекламирую Krypton Prime? Я их гайды читаю, говорю про них. Потом также говорю, что если вы хотите больше гайдов, то вы можете купить их в Krypton Prime. И соответственно, что я получаю? Что-то в районе 30% от того, когда кто-то покупает Krypton Prime. Также я получаю видео на свой канал. Также я получаю качественное видео, потому что там качественные гайды. Я, получается, сразу решаю проблемы и с контентом, и с заработком. И это мне нравится. Также я еще и решаю проблемы с темками. То есть, когда я сам читаю эти гайды, я сам что-то понимаю, что-то не понимаю, разбираюсь. И это еще один плюс. То есть, уже 3 плюса я насчитал. Какой у меня сейчас базовый план? Вот я сейчас делаю там 16 видосов чисто по темкам в Krypton Prime. Чекнем, сколько придет рефералов. Пройдет какое-то время. Если что-то пойдет не так, то я просто поменяю стратегию и буду действовать чуть по-другому. Но об этом я уже подумаю, если не получится этот вариант. Идем дальше. А, ну и о самом Krypton Prime. Мне он нравится также, потому что пока я делаю видосы про Krypton Prime, у меня и Krypton Prime доступ бесплатный. Ну, в Prime, кто не знает, там выжимка лучших событий рынка, подробные инструкции, структурированная информация, норм-чат и комьюнити хорошее. Так, идем дальше. Вот такой у меня план. Посмотрим, что из этого получится. Уже там больше 8 видосов сделано. Сейчас еще много в работе. Мне все нравится. Так как я уже сказал, что я и разбираюсь в самих темках. Как-то так. Вот поэтому я и делаю видосы по Krypton Prime. Спасибо за просмотр этого видео. Также ссылка на Krypton Prime будет в описании. Ссылка на мой дневник тоже будет в описании. Просто мой телеграм-канал по крипте. Всем удачи, будут какие-то вопросы, можете в комментах их написать.